Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Алексей Юрин. Это спикер сегодняшней деловой сессии. Здравствуйте. Я представляю компанию «Гиперглобус» и отвечаю в компании за строительство и эксплуатацию наших объектов. Сегодня мы участвовали в сессии устойчивого развития и как снизить углеродный след в процессе строительства торговых центров. Да, получается, мы все больше потребляем, все больше строится технологичных, новых, красивых торговых центров. И, конечно, эта повестка экологичности сейчас стоит на первом месте. Хотелось бы чуть подробнее об этом, конечно, от вас. Несомненно, и я бы сразу хотел поблагодарить организаторов ритейл-теха этой конференции за предоставленную возможность рассказать нашей компании о наших достижениях, о том, как наша компания работает в области устойчивого развития и сокращает влияние на окружающую среду, применяя те или иные решения. И у нас в компании существует, у нас компания устойчивого развития – это основной ключевой элемент нашей корпоративной культуры, которую, в принципе, компания развивает и поддерживает на протяжении всей своей 200-летней истории устойчивого развития. Сейчас это все заложено в рамки программы «Здесь, в России. Жить осознанно». Эта программа имеет в себе различные направления, такие как забота о людях, забота о здоровье людей и забота об окружающей среде. А и в области окружающей среды при реализации наших инвестиционных проектов разработана масса инструментов, решений, технологий, кастомизированных только для нас, для наших потребностей, для наших нужд, которые позволяют нам значительно снизить воздействие на окружающую среду. Одно из таких самых серьезных и самых сложных решений – это мы в нашей компании при создании систем промышленного холода полностью отказались от вредных хладогенов. Мы строим нашу систему, проектируем и строим нашу систему на основе естественных природных хладогенов, CO2. Это значительно снижает нагрузку на окружающую среду. Это, конечно, очень большой объем инвестиций. Это, конечно, очень сложные технологии в эксплуатации, в реализации, в эксплуатации. Но это позволяет нам существенно снизить наше влияние на окружающую среду, быть как можно больше, в немецкой компании говорят, климанейтраль, то есть наименьшее воздействие на окружающую среду. Есть и другие технологии в области электропотребления, это современные системы освещения, современные системы управления различными инженерными системами, современные системы сортировки мусора, отходов, начиная с фазы строительства и продолжая фазы эксплуатации. Очень-очень много всего разработано в нашей компании для того, чтобы мы были больше и больше, более экологичными. Очень здорово, что спикер вашего уровня затрагивает эту тему и делает все для того, чтобы экология становилась все лучше и лучше, и все больше крупные игроки нашего рынка прислушались к вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо еще раз организаторам этой конференции за предоставленную возможность рассказать о нас. До свидания.